Краснова приглашается Иван Глуханьков. Космос, встречаем. Под музыку уже тебя. И в синем углу Кирилл Неморей, спортивная школа Олимпийского резерва номер 2, Калинского района. Весовая категория. До 75 килограммов. Финал юниоры. Вот председатель комитета, и мы тоже просим во всем торжественно выходим оттуда, где зрители, а не сразу в угол ринга. Так было задумано, давайте выполнять наш сценарий. Это следующие пары, пожалуйста. Видите, мы выходим оттуда, красиво. Нас снимает интернет, прямая трансляция Яндекс Медиа. Валера,
Не отпускай, не выпускай, не выпускай.
Еще раз по выходу на ринг следующие седьмой пары Шапей и Ни Накаев. И Накаев, пожалуйста, оттуда выходим. Нет, оттуда, оттуда. Давайте все возьмите внимание, что выходим оттуда красиво под музыку. Когда я вас приглашу. Победу единогласно одержал и становится победителем весовой категории до 75 килограммов. Боксер с Харасова Ла Иван Куханьков. Космос. Награды вручает ученик Иван Александрович Князев, мастер спорта СССР, судья республиканской категории. Сейчас на заслуженной пенсии, обычный доцент кафедры, ну, естественно, тренирует, но заслуженной пенсии все равно. Тренер Ленобласти, был главный судья на чемпионате Ленобласти, еще и судья, а также был и доцентом кафедры бокса университета Мелезгорода, тогда института. Борис Анатольевич Алексеев, он награждает за второе место Кирилла Немараева. Космосная перчатка. И за первое место награждается Иван Глуханьков, космос. И спортивная школа Калининского района, номер 2, да, Иван? Да. Видите, нет, у нас это не отмечено. Ну, дополнение, есть дополнение. И вот на память. На будущее чуть подальше надо, потому что она мешает. Рефери, регулируйте это чуть-чуть ближе к центру, чтобы канаты не попадали в канат. Аплодисменты победителю и финалисту Глухарькова. Корпус Питера Кривошкова, номер 2 Калининского района, и финалист Кирилл Немараев. Также Питера Кривошкова, номер 2 Калининского района. Итак, встреча.